Прежде чем занять чужое кресло и решать вопросы городского масштаба, нужно во всем разобраться и почувствовать важность и ответственность, напутствовали действующие чиновники. Вы определяете завтрашний день города. Вот пока это все только слова, а хотелось бы, чтобы от слов мы перешли к делу. Чтобы вы решали, что вам нужно, каким путем вам идти. Дублеры намерены внедриться во все структуры Заречного. Одни проникнут в администрацию города, а другие на один день захватят власть в сфере образования и займут кресло директоров школ. Поэтому первые отправились на встречу с заместителем главы администрации Светланой Радюк разбираться в тонкостях социальной политики. А остальные принялись выяснять, как управлять школьным коллективом. Участница слета дублеров Анастасия Семкина готовится занять место завуча. Мне показалось это очень интересным. Я хотела себя попробовать в новой роли, как-то вышестоящих себя людей. Мне это как бы очень нравится. Я бы хотела в будущем стать руководителем. Какой должен быть человек руководитель? Веселый, добрый, умный. Но я много всего переписать не буду, потому что у меня мозг запомнил только некоторую информацию. В дальнейшей жизни руководителем чего-то я себя не вижу, но как бы в любом случае это хороший опыт. У взрослых дублеров ответственность выше, поэтому и готовятся они серьезнее. На этом тренинге все участники учатся проектировать позитивное будущее. Многие вещи видишь вообще с новой какой-то точки зрения. Смена обстановки, новые мысли. Они говорят, вот издали такой-то закон, ну вот ты думаешь, блин, зачем это для нас нужно? А вот так вот пришел на занятие, послушал умных людей, что они говорят, и понял, зачем это нужно. Применить полученные знания и продемонстрировать свои управленческие качества ребята смогут 24 апреля, в день дублера. Ксения Тризна, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный».